Чамзинский, Дубенский и Большеберезняковский районы вновь посетил десант сотрудников ГИБДД из Саранска. Так, в 2021 году стартовал новый сезон операции «Безопасный район». Сотрудники госавтоинспекции повышали культуру вождения, пресекали нарушения и выявляли из потока пьяных водителей. Последних оказалось немало. Один из автолюбителей покорно признался, что спиртное употреблял, но это был пенный напиток. Утром 8 часов бутылочку пил. И все. Да. Что на самом деле употреблял водитель, осталось на его совести, но прибор зафиксировал 0,258 миллиграмм этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составили административный материал за управление в нетрезвом виде. Еще один похожий нарушитель был задержан также в Чамзинском районе. Всю вину мужчина переложил на плечи супруги, которую срочно нужно было отвезти домой. Я не пил сейчас, понимаете? Жена попросила домой, чтобы везти его. Необходимо. А когда вы употребляли спиртные напитки? Вот вчера, что ли? Да. А сегодня не пили? Нет. Ну, знаете, да, что нельзя за руль садиться в стане пить? Никогда так не делали до этого? Нет. Первый раз у вас, да, такое? Больше не будете так делать? А уж теперь поздно. Любовь в Чамзинке похожа до штрафа. Оформив нарушение, на одной из улиц райцентра дорожные полицейские заметили мото-вездеход, которому на тросе была закреплена ватрушка с женщиной внутри. Как выяснилось, так местный житель развлекал свою жену. Но такие рулевые игры могли быть смертельно опасны. Ее вот жену, она сидела тут, мы просто стояли рядом, подъехали, даже не катались. На плюшки возили? Не возил. Зачем я буду их возить на плюшки? И на квадроцикле вы не ехали? Давайте, может, не будете меня снимать в рабочей одежде? Да, какая мне разница? Вот это вот неинтересно все. Ну, преступника поймали, ну, надо записывать. Не преступника, но просто вы понимаете, что вы рискуете я. Таким образом. Я не возил, что? Ну, у вас вот ватрушка, квадроцикл. Ну, я же его провез, и все. Вон они с горки катались, дети. Отворот, да? Зачем мне врать? На владельца мото-вездехода были составлены три материала – за перевозку людей вне кабины автомобиля, за отсутствие права управления этим видом техники и незарегистрированный в установленном порядке квадроцикл. Всего по итогам рейда дорожные полицейские выявили более 80 нарушений ПДД. В ближайшие недели такие массовые проверки пройдут и в других районах Мордовии. Анастасия Семышева, программа «Происшествия».